Почти четверть госслужащих корпуса Б прошли аттестацию в Павлодарской области. Это одна из важных задач, обозначенных президентом в плане нации 100 конкретных шагов. Аттестация носит комплексный характер, отличается от предыдущих тем, что в ней отсутствует этап тестирования на знание законодательства. Вместо этого армия госслужащих проходит оценку компетенции, которая подразумевает безупречное служение народу, эффективность работы, а также подотчетность и прозрачность своей деятельности. Очередной экзамен в Казахстане сдают практически все должностные лица корпуса Б. Таким образом, проверяется уровень профессиональной подготовки и соответствие занимаемым должностям. На сегодняшний день 840 или 1/4 часть всех должностных лиц, подлежащих аттестации, прошли тестирование на оценку личных компетенций. При этом около 19% получили оценку превосходно, 76% эффективно и 5% удовлетворительно. Государственных служащих, получивших не минимальный результат, не имеется. Зарубежный опыт показывает, что это действительно является важным стержнем подготовки государственных служащих, потому что именно эти блоки компетенций, они дают мультипликативный эффект, повышают статус государственного служащего и поворачивают местное сообщество, население к сотрудничеству.